Всем здоров, с вами как обычно S-Frog. Вы знаете, в какую игру играет, да, это For Speed Most Wanted. Как вы видите, я покрасил машину, диски я не красил, поставил пару улучшений, на этом тормоза другие, управление стало лучше, я вам еще даже покажу, так, выберу машину, вот. В предыдущем выпуске посмотри, какие были характеристики, а теперь посмотрите, какие сейчас. Я очень хорошо прокачал управление, почти до максимума. В предыдущем выпуске я прошел Jewels. Это была такая себе гонка. Теперь следующая кейт на 7 списке. Ну, как обычно, мы начнем с гонок. Так, что у нас тут спринты, полбу, радар. Ну, короче, дофига. Нужно 7 гонок пройти, ну. Пробовать спринт для начала. Блин, опять я затормозил тормоз. Еще пошел вот такую штуку на крышу, вот как вы видите, правда, не по центру, но так все задумано. Тут уже машины посерьезнее начались. Гонки все серьезнее, серьезней. Все длиннее, длиннее. Ну, еще осталось 7 боссов. Кажется, вот 7-я, как я играл еще давно. Это последняя девушка в этой игре. Босс, которая будет. Точно не помню, но, по-моему, последний. Удачненько. Так, стрижу через станцию. 3-4 секунды. Полтрассы я уже проехал. Опять я не вошел в поворот, конечно, ну ладно, ничего, ничего. Процентов, может быть, конечно, я понимаю. Да вот он, финиш. Ой, менты. Так, смс-очка. Ну чё, крутой, посмотрим, что ты можешь против
Нифига себе, борзый. Ага. Понятно. Внимание всем! Поступила жалоба на неосторожное вождение. Нарушитель ехал на юг по Кэндентуру. Экипажам приготовиться. Еще что-нибудь? Марка и модель пока не установлены. Оставайтесь на связи. Вторая гоночка. Давай подумаем. Попробовать драк, что ли. Так, классный старт. Меня это радует. Бля, перед самым финишем. Ну это пиздец. Фух, еще раз. Пиздец, в самом начале. Отличненько, отличненько. Да, блядь, пиздец, сука, переключаюсь. Хуета. Сука, у меня, короче, тут такие дела. Я пытаюсь пройти. Ох. Драх мне не получается, ребята. Это пиздец, я не знаю, как его пройти. Фу. Да ёб... Ебать, это пиздец. Кинобетон. Ебать! Это пиздец. Я не могу просто пройти. Короче, играем дальше. Гонки, пошли. Рух, начали. Три круга там. Ничего, пройдем. Погнали. Круги небольшие, так что нормально. Как меня выбесил этот драх, ебучий, это пиздец. Не умею я этот драх, скорее всего, проходить не буду. Красивый полет, что сказать. Ой-ой-ой-ой, бля. Thank you.
Бля, опять этот поворот. Проморгал, читай поворотик. Круг. Блять! Пиздец, я еще и третий. Ничего, ничего. Соснули? Голубца. Ну как, я опять не вошел. Я уже и затормозил, и все. Это просто пиздец. Хорошо, что я оторвался. Так вы вогнали уже. Следующий город перед финишем. Да, я это сделал. Так, идем дальше, две гонки есть. Так, 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 так. Спринт еще один сыграть, что ли? Начало очень хорошее. Почти уже половина, что это быстро проходит время. Блять, поворот опять просрал. Так, мне кажется, либо я этот спринт уже играл. Да, я на спринт играл, бля. Сука. Я играл тут спринт. Или нет? Так. Блядь, он в другую сторону идет. Пиздец, я туплю. Ебануться. Играем заново. Ну вот, когда доехал до этого места, где я вышел с гонки, я почти посекал полиция, короче, что за какой-то день сегодня ступлю. Пиздец. Полнейший. Так, опять мусора. Вот они. Ну ладно, ладно. Догнал нарушителя, код 6, точно. Он уходит. Хочу уже конец трассы. Ворот. Вот она прямая, все, тут мне не травмы, тут не прямые. Есть.
Наверное, сейчас оторваться нужно от погони. Так, где у нас ловушечка? Еще ловушечку. Погони. Ну. Все. Тут вроде балкон, тут полная память, если не изменяет память. Тут балкон по правой стороне, да. А не по левой. Еще, наверное, одно событие пройду. Нужно уходить. Обнаружен объект. Свидетель наблюдал, как он ехал на север по Ленокс Роуд. Указанный одно район будет оцеплен. Нормально. Код 6 не отменять. Все. 83 тысячи. Нормально. Так, у меня уже 1255, хорошо. Так, гонки. Круг. Так, я пошел 3 гонки. Играть что ли толбу? Покороче, 8-4, 6-2. Потому что 6-2 сыграл. Бля, в заборе дома проломлю заборчик. Времени не так уж и много. Нужно поднажать. Бля! Где ты взялся? Так, время. Где толку? Где? Вот он. Не успевай. Фух, как же мне повезло. Следующий через 40 секунд. Это серьезно. Едем так. Опять нету времени. Да ебать! За это можно начать спокойно заново. Рестарт. Пиздец. Ебать, что со мной такое? Впервые, что со мной перетолкнуло. Thank you.
Фух, еле вошел. Второй есть. Третий есть, скоро финиш. Время почти 2 минуты дали. Ух, красиво. Финиш есть. Так, СМС-ка. Что? Это Мия, привет. Я слышала о подначках Рейзера, но кто станет связываться? Народ лучше в сторонке постоит. Копы, кстати, решили пока снять тебя с крючка. Дело закрыто. Им плевать. Пора кончать с этим паршивым черным списком. Ладно, думаю, на сегодня что я сегодня прошел, прошел. 3 гонки и 1 миль. Даже 4 гонки. Нормально. Думаю, хватит на сегодня. Кому понравилось это видео, ставьте лайки, комментируйте, если вы хотите увидеть какой-то обзор на другую игру. Смотрите наши видео. Всем пока, с вами был Асрок.